Масштабная кампания по работе с недобросовестными плательщиками в муниципалитете проводится регулярно. На этот раз администрацию Одинцовского округа пригласили около 30 юридических и физических лиц. Их совокупная задолженность перед бюджетом разных уровней превысила 78,5 миллионов рублей. Как показывает практика, такие встречи дают положительные результаты. Некоторые из приглашенных предпочли погасить часть своих долгов до заседания и перевели в бюджет более 24 миллионов рублей. Это практически треть от всей суммы задолженности. Платежное поручение мы направляли по электронной почте, есть копия суммы. И у нас остается несколько платежей по мировому соглашению по аренде земли, которую мы в графике пока укладываемся. В декабре у нас будет текущая оплата. Руководители предприятий в основном предпочитают отправлять вместо себя на встречу своих представителей, которым и приходится краснеть. Руководитель не смог подъехать. Не смог, мы ему не нужны. Нет, нужны. Вы приглашаетесь уже второй раз. В феврале здесь были. И считаете, что комиссия должна работать здесь для вас. Когда погасите задолженность? Руководство было предупреждено, мы в курсе этого. И сказали, что вся задолженность будет погашена до 31 декабря. У нас это не устраивает. А какие сроки у нас есть? У нас срок один, 15 число. Некоторые из заявленных компаний вообще никак не отреагировали на просьбу властей заплатить налоги. Более того, даже не явились на заседание. В числе злостных неплательщиков – «Вавилон Альфа», «Поречье», «Трест», «Мособлстрой», «Номер 6». Остальных же представителей компании должников по налоговым и арендным платежам члены комиссии внимательно выслушали. Решение по всем было одинаковым – до 15 декабря оплатить имеющиеся недоимки и представить в рабочую группу соответствующее документальное подтверждение своих платежей. Нила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».